Чан.ру. И с вами 30-е издание «Правдорубы» от 21 апреля 2013 года. Еще один выпуск, который вышел очень слаупочным из-за технических неполадок у главного редактора. Зато можно было за все это время читать прочую бредятину здесь. Однако, вопрос: где новый выпуск? Ответ: вы на него смотрите. Вопрос: слушай, Снейп, а у тебя случайно нет никаких контактов с организаторами Лиги уровня Б? А то помнишь, в начале весны шла активная подготовка, а потом все затихло. Если ты что-то знаешь, может, поместишь информацию о ней в следующем выпуске? Ответ: они не выходят на связь. Как только выйдут, будет вам про Лигу уровня Б. Итак, слушайте в выпуске. Апачан обновил логотип. Альфа-чан. Война правок. Экса-империя. Имидж борда на экса-движках. Пополнилась новыми бордами Кричан и Фубаро и другие. Рубрика 2. Фрипорт 7. Иначок. Зирычан. Два чека. Рубрика «Новый имиджборд». Вконтакте борды под названием «Стенач». Нульчан. И поскольку первый по алфавиту Апачан, с него то мы и начнем. Как видите, Апач снова обновил свой несчастный логотип, прилепив туда какую-то хуйту типа слоупока, которая к тому же наложена поверх основной надписи. Нельзя сказать, что Апачи прям в восторге от такого внимания блядства администрации, так как считает, что можно было бы и лучше все это сделать. Напомним, что ранее логотип представлял из себя ту же самую надпись. Только в левом ее углу было пришоплено канонизированное изображение дебила в мешке с нимбом, символизирующее то, что Апачан свято соблюдает все традиции анонимности. Хотя, конечно же, это абсолютно не так. Что происходит на Апачане в данный момент? В данный момент конкретно в бреде. Как в единственном живом разделе продолжается наращивание раковой опухоли путем тредов типа обхуй. Кстати, стоит заметить, что уже давно не секрет, что кроме этих двух слов типичный апачанец 2011-2012 года выпуска связать не в состоянии, так как всегда находится под действием наркотика. А учитывая ничтожный размер его мозга, его не то что нельзя препарировать, его попросту нельзя обнаружить. Также замечена постоянная копипаста тредов с сосача. Впрочем, об этом уже все знают. Так что те треды, которые через 5 минут были стерты на сосаче, на Апачане открывают для себя новую жизнь. Посреди всего этого великолепия плавают треды о том, что Апачан вот уже как со вчерашнего дня находится под тесом. Впрочем, это отражается только частично. Когда-то можно зайти, а когда и нельзя. Конкретно когда нельзя, выдается вот такое лаконичное сообщение. Цитата: слишком высокая нагрузка на сервер. Попробуйте чуть позже. Успешные заракованные качка-боги-сварщики.
Или, если сказать просто, Ньюфагену это о том, что как все плохо и обещает жестоко кому-то отомстить за то, что их любимый рак отчетормозят. Впрочем, вряд ли они чего-то смогут сделать сами. А тем более отомстить, так как все это делается только из-под пинка самого Арсения Святого Мразиша. Некоторые не подписывающиеся ОПФАГи имеют же альтернативное мнение на ситуацию, считая не без основания, что Апачин – отстойник интернета, и он сам себе сделал такую судьбу. Мы, пожалуй, не будем поднимать опять тему, что есть хорошо или плохо, и действительно ли Апачин заслужил смерть. Так как тащим-то, кто знает, тот и так поймет. А ракодилам качка богом оно собственно и не нужно. Все это им бы лишь дали лишний раз написать «Оп!» хуи поставить минус, скрыв трет. Алса. Не так давно Апачин сам был вовлечен в доскречено, а перед этим Апачин также был вовлечен в войну с применением досилок с сайтом «Принцип компании». Об этом чуть подробнее. Суть такова. На Сасачи, мелкобордов и собственно на Апачане создали трейды с текстом типа «Бомбанет ли быдло?» и ссылкой на сайт одной компании, где проводилось голосование по поводу конкурса. Принцип компании минус обычный конкурс среди офисного планктона по выбору самой гламурной тупой пизды в офисе. На Апачане администрация посчитала эту идею годной и создала треть дубликат, закрепленный сверху с призывом вывести в лидеры какую-нибудь толстую милфу на первое место. Апач дал добро и пинок своим апачатам на накрутку голосов очередной жирной милфе. Сначала все шло неплохо, но когда стало ясно, что конкурс этот сплошная хуета и победитель есть заранее, очередная тупая гламурная пизда, и милф на первое место вывести не получится. Вот тут все. Кроме быдла бомбануло, да так не слабо, что Апач призвал задасить нехороших коррумпированных ублюдков, и вот что апачи с этого поимели. Затем драма постепенно улеглась и трет открепили. Но Апач записал на свой счет еще один обваленный сайт и теперь гордится этим. По поводу креатива на Апачане. Да, представляете, в той куче навоза, которой заполняет бред, внезапно прослеживаются попытки покреатить. Например, всем известна история рачанского журнала «Наркоман», который представляет из себя картинку текущего фосса. Ракодил, Костюхин, Олег Лученко, Зелё Пупин Александр, Анусы с супом и прочь. И набор заголовков, которые тоже отражают суть фосов. Как таковых статей там нету. Есть только один реальный выпуск «Наркомана», владелец которого спустя пару недель умер. Он, кстати, все еще лежит у нас в соответствующем разделе. Так вот. Идея журнала вдохновила еще одного Апачана неподъемный подвиг – запил журнала в PDF-формате. Журнал запилился из трех страниц и носил гордое название «Журнал Дахуэ». Мы хотели вставить его прямо сюда, чтобы можно было его просмотреть, не отрываясь от батлы. Но плагины не захотели это загружать с пометкой «Этому сар». Хе-хе. Потому мы просто дадим ссылку на реквест. И скрины с содержанием журнала Дахуэ. Еще как форму креатива, точнее как одну из форм, можно считать еще одну фейловую попытку запилить Апачан гейм минус толком, конкретно не проработав даже до альфа-версии Оклу и выложил игру на тест. Суть проста, нульче блядки охуели рак один. Простенькая флешка, ракодил с автоматом. Бежать можно только вперед. Первый уровень проработан 5 сантиметров. Есть один камень и все. Стрелять тоже нельзя, врагов нету. Текстурки говно, ёпту бля.
но зато можно прыгать, грабить. Карлон Иномат поставил 10 из 10. Вообщем, добро пожаловать в тесто. А теперь о новых проектах Апача. Водное. Итак, что это такое? Это Водное. Сайт специально для хомяков, которым на Апачан еще слишком рано, но охота поломать голову над небольшими задачками. Все эти задачки копируются из тредов Апачан, и выглядит это следующим образом. На Апачане создается очередной охуительный тред типа «Летишь на парашюте». Слева лес говна и справа море и говна куда. Будешь приземляться. Тред набирает несколько постов. Затем пост копируется админами на этот сайт в виде блоговой записи, к которой можно добавлять комменты. Приходят хомяки, не знающие про Апачан, и пытаются эту задачу решить, попутно выкладывая ответы в комментах. Репостят ВКонтакте, лайкают. Все, вот и вся суть. Эх, Апача-пач, как же низко ты пал, старик. Готов уже плодить бесполезное говно, лишь бы получить пару аргентинских рушелей на бананы. Альза, Апача с марта не обновлял Газвинваген. Интересно, действительно ли до кулона Апача добралась кровавая гибиня? Альфа-чан. К слову, так и зайдя на нульчан, в тот же момент мы не обнаружили никакого вайпа с намеком на Альфа-чан. Если, конечно, не считать таковым вайб-картинкой с текстом на двач, аноны, и ссылкой на двач рунит. Как вы знаете, не так давно Абу запретил по ней насосачи, в результате чего они растеклись как желтая жидкость для анализов из разбитой майонезной баночки. Альфа-чану тоже досталось. Парочка панеопов, не то что броней, а хардкорных панеопов, внезапно решила придеть туда. Они до сих пор считали Альфа-чан панеборда и были не в курсе последних событий о том, что панеёбство там теперь не сильно в моде. То есть, его, конечно, не запрещают, но и не поощряют, как раньше, и в этом главная разница. Итак, два панеёбы посрали знатно в бреде, оставили яблоко конского навоза ванями. Но вот удивление, никто их не поддержал, и все эти треды утонули. Как, собственно, утонули треды апачанского ракана нимфага по имени Ирымак, приход которого на Альфа-чан как раз совпал с притечением панеёбов с сосача. Собственно, тут они друг друга какахами закидали. Правда, очевидно. МЛП и Апачини торт. Ага. Стоит также отметить постепенный возврат моды постить анимешные картинки в бреде. Был даже запилен дампа картинка тред, который ушел в бамп-лимит и пару тредов в аниме-разделе. Понятное дело, что такой оборот дел заинтересовал Мария, который запрувил все это дело. Вот это номер. Ну, правда, тахота утонула под напором мусорных тредов, которые наплодили два паньёба и один Апача Крич. С прочими иксобызоями. Вообще первые 3-4 страницы. Политический рак с пиаром Крича. Фубараяпачан.ру, а также мусорные оборцунствующие треды против опять же Крича. Ну да, Крич многим задницу недавно подпалил. О нем и его чане будет ниже. Из пиаров также отметился великий и ужасный король Випиан со своим стеначом. Правда, по сравнению с шумихой вокруг Крича, этот пиар вообще выглядит безобидно. Нас в редакции попросили упомянуть о культурно-образовательном аспекте тредов. Да, следует признать, что такое тоже, как ни странно, есть. Как минимум два треда. Первый минус Альфа-чан, школообразовательный минус, создан школьникам, как решите задачу тред, и постепенно перерос тред помощи школьникам, которым предстоит ГИО в этом году.
Итог. Школьники свое решение задач получили образовательный трек. УТОП опять же под напором мусоропроводных тредов. Второй тред, как ни странно, посвящен нумизматике и носит гордое название ДНБ Японии. Все еще не утонул, поддерживается наверху. Внутри замечен Микола Абрамс, который утверждает, что Япония перенесла две атомные бомбардировки американцами, после чего деньги там обесценились, а на самом деле не хуже. Второй и третий треды на более-менее культурную тематику посвящены. Нет, не сирийским повстанцам и режиму Асада, конфедерацию Жан при гражданской войне в США и африканскому племени, у которых все пальцы на ногах срослись в два отростка. Следует отметить, что вот эта тема с двупалыми африканцами и пиздец какой баян. Так то. На этом более-менее культурные треды заканчиваются. Остальные треды представляют из себя пиар и политический цирк имени Миколы Абрамса про Сирию, который длится уже почти полгода. Что примечательно, ни одна из сторон так и не может прийти к победе, что дает очень много вкусной пищи для постоянного пережевывания в тредах. Что поделать, против армии используют РПГ-29, стальные гробы Т-72 горят как спички, Асад смеется и просит еще. Повстанцы суют гранату в танковый ствол, а Асад смеется и просит еще. Ну вы поняли. Креатив. Сейчас на волне креатива внезапно оказался не фотошоп, а мультиратор. Сайтец, где можно создавать короткие калеки-маляки покадровые в онлайн-аналоги Paint'а. Единственный недостаток. Каждый кадр нужно рисовать заново. Функции копировать кадр там нету. Второй арт-тред посвящен деланию макросов из фотографий какого-то великовозрастного дауна. Один из макросов с текстом «Пани проклятый» используется для ответа на любой пост с пани-картинкой. Остальные макросы с мужиком дауном для того, чтобы сыграть и засирать пани-тред. Что ж, пани в очередной раз соснули. Война правок. На главной странице произошли небольшие перемены. В частности, обновилось слово во фрейме и на глагне. Нагло гнелово обновлялось несколько раз, так как ничего не подходило. Единогласно был выбран самый лучший вариант, минус хитрый еврейчик, который однако затем был заменен на увеличенный смайлик из чатика, который легко трансформируется в задницу, если стереть глаза и рот. Логотип фрейма на данный момент закреплен из стандартного набора. Впрочем, количество предложенных вариантов тредия превышает спрос, так что есть из чего выбирать. По состоянию на 21 число все заделано обратно на старые варианты. Все остальное по большему счету абсолютный тупняк уровня бочина, а то и даже ниже. Справедливости ради стоит отметить, что тред Сибра Кунгс он не был всего 1/8 страниц. Можно однако же представить, какой бы взрыв случился у Марио, если бы таких тредов было 2-3 страницы, как у Тири-Тири Чаров после падения Сосача. Впрочем, смотря на остальную возню с пиаром Милко и Ксад, крича и по ней, можно еще и подумать, что хуже. Экса Империя. Проекты Миджборда на экса-движках. Экса-чан. Ну, из технических новинок следует отметить то, что X-Leto все же наконец-то сделал правильную карту ответов, совсем как на том самом 2ЧТМ. Теперь это выглядит очень даже прилично. Убрана дурная задержка при показе ответов, которая раньше составляла аж целых 4 секунды, из-за чего стоило только чуток неправильно провести мышкой, как весь экран усеивался ответами на пост.
которые иногда вообще не убирались вплоть до полной перезагрузки страницы. На кусабах тоже есть подобное, но попадается намного реже. Ну и так посмотреть, вроде бы все. Вообще-то на самом деле технических обновлений больше, но остальные изменения не так заметны. Ну, например, обновилась галерея. Там теперь картиночки идут по 3 штуки в ряд. Удобно? Может быть. Впрочем, изменения не так заметны только из-за того, что конкретно в галерею позырить картинки. Мало кто заходит, обычно достаточно просто глянуть однопоток. Откуда к нам пришли, тоже поменялось. Как написано, она исключает множественные запросы или переходы с одного и ты стала более читабельна. Но вот если честно, прошлая версия была все же намного лучше. Также по технике нам предложили плавное переключение стилей. Но в опере эта функция не работает. Стили все равно переключаются быстро, только еще более дерганно. Больше никаких фишек к содвижку главный разраб не обещает. Остальные настройки и стили будут теперь на совести тех великовозрастных школьников, которые захотели свой собственный ксачан со шлюхами. А в итоге остались не только без зонах, но и без хуйца. По тредам. Большинство тредов теперь посвящено пиару и вопросам о быдлокодинге. Иногда попадаются треды типа X-лета. Хватит, прекрати. Изымаю движок из оборота. Ну и пиар пиаров, куда без него. Футер переполнен баннерами. Недавно их было не так много, зато теперь вместе с новым баннером воскресшего Сибирчина. 13 штук. Дьявольская дюжина. Масье робот, конечно, считает, что это немного не феншуйно, но X-лето считает, что и так сойдет. Впрочем, всяких борт на X-абе уже точно больше 10 штук, не считая мертвых, так что он в любое время может округлить число баннеров до 15 или наоборот сократить до 10 штук. Стоит ли обозревать остальные борды на движке X-абы? Конечно же да. Только для того, чтобы сделать вывод о том, что на них произошло событие чуть менее, чем нихуя. Ну, например. Цун-цун. Цитата. Итак, наступила настоящая весна. Маргос. Маргос уже совсем зеленый. Из открытых настежь окон дует теплый ветер надвигающегося лета. Маргос уже вовсю ебутся где-то в пышной зелени под твоим домом. Ихники мешают тебе спать ночами. Ты, конечно же, отправишься на пикник в парк со своим Маргосом. Но, возможно, у тебя найдется пару свободных минут на маргосной маргософагатории трет на цун-цун. Но помни, здесь мы обсуждаем маргосов из японских мультиков и превосходство маргосианской расы над людской. Планируем похищение маргоса. Да, это официальный филиал сосачерской маргосафагатории на Цун-Цун. На данный момент это единственный более-менее активный трет в бред, который бьет все рекорды по постингу. Напомним, что первый такой трет был создан еще зимой. Он набрал 2000 постов и внезапно из-за багов утонул. Заместо него был создан вот этот второй трет. Нужно заметить, что в последнее время трет превратился из тредов агатории в трет понемногу все и обо всем. Обсуждение там за 5 минут сменится 37 раз, начиная от хохло-срача, переходя в маргосрачи, заканчивая отношением негров-трабов к фашистам. В третье весьма популярен хохло-сало-срач, так как основное население 3,5 украинца, у которых не все как у людей, по крайней мере сало. По их же словам, они не едят и горилку и не запивают. Там же происходят вайбы. Там же начинается безумное семянство.
Тут стоит сказать чуть более вторых слов о Маркоте. В прошлый раз мы так мельком упоминали его как одного из танкофагов Тетеречи, и он это заметил. Теперь немного подробнее. Так кто же это все-таки такой? Несколько фактов о Маркоте. Трипфаг, позывной. Маргот, Двощер 2 Ачун. Почетный трипфаг пикоцефала. Рейтинг фажества 0,1 от общих. Не живет в Рашке. Завсегдатай сосача. Общителен. Даже слишком. Последнее время скрывается, предположительно от армейского призыва. Также был замечен баг с исчезанием постов и с исчезанием постов при догрузке однопотока, которые до сих пор не исправили. Впрочем, можно считать это просто досадной нелепостью, связанную с опера-браузером. Также, говорят, в последнее время в связи с переездом главного вседержателя Джинтоника Великого или просто Гина нанят новый уборщик территории. Им стал мистер Пропер, с ним и веселее в доме, чище в два раза быстрее. Впрочем, следует заметить, что на данный момент там и чистить-то особо нечего, кроме пиара Кричина, которым чуть ниже. Кричин. Цитата. Ну и что это? Балдяк. Такое. Я 2 года ждал эту супер-мега-офигенную борду, которая должна развиваться сама собой. Быть заполнена годно-то и доставлять бугурт модерастам с Альфа Пачино. А ты в итоге тупо скопи постил их сабу и гордишься этим. Вот эта борда за последние 1,5 недели конкретно достала всех своим пиаром. Да так что пройти мимо просто невозможно. Еще бы. Минус Крич запилил свою борду с петухами и кричами. А мы пройти мимо? Нет, никак нельзя. Итак, начнем с небольшой исторической справки. Идея Крича запиливания Чаной совершенно не новая, и появилась она уже более года назад, когда Альфа-Чан и Эсакса-Чаном были относительно молодыми и скоростными. Как известно, на каждого не угодишь, а выбора тогда особо не было. Да и сейчас, по сути, нет. Либо то, либо это, либо если вообще не нравится. Плис пинком к Арсению Апачуна Апачан. Некоторых такое положение дел не устраивало. Им нужна была своя борда. Без аниме, кукол, модерасти, нимфагов, без всего. И чтобы все фишки Апачина тоже были. Ранее уже были попытки делать борду на Укозе. Может, вам известен гений, а может и нет. Но такие попытки потерпели фейл. Впрочем, гениач закрылся не так давно. Тут и всплыл перспективный Крич, который, по его же словам, был тогда ух какой профи. Итак, сей господин подрядился на работу. Сделать борду с онлайн-блэкджеком, шлюхами и покером, саморегулирующуюся. Без модерастей на атомном топливе. Честно говоря, ЧСВ этого господина зашкаливало. И все, 3D-типы, говорите, какие нужны функции, какое оформление, ничего толкового не приносили. На все предложение был ответ в стиле. Похуй на ваше мнение, вы все дебилы. Да. Так что дело дальше одного скриншота якобы строящейся борды. Галимый фотошоп скриншота Альфа-Чана. Не зашло. 3D с пиаром на Альфа-Чане стали тереть, переносить в помойку. Да и пони тогда потекли вовсю. Так что Крич перекатился на Иксачан. Впрочем, там он поддержки тоже не получил и забил болт. Хоть и обещал сделать свою мегаборду к апрелю 202-го. Цитата. Последний раз, что ты делал в направлении свой борды 28 декабря. Продолжу после праздников. Очень мало времени ей заниматься. Думаю, что к апрелю все же сделаю.
Если делать, то основательно. Ну, в итоге Крич болт забил. Вместо этого он решил сраться и борцунствовать. А после вообще исчез на долгое время. Но анонимус так и не забывает. Впрочем, нейм Крич в постапачанской среде стал нарицательным. Впрочем, борды прекрасно обходились без Крича и обходились бы и дальше, но он сам о себе напомнил равно год спустя. Цитата. «В ближайшее время состоится открытие новой борды на Иксабе. Борда названа именем меня, Кричан. В данный момент борда в стадии тестирования. Об открытии будет сообщено дополнительно. Ну, короче говоря, этот молочек борду запили в 5 секунд. Взял тестовый хостинг на 24 часа. Скачал Эксабу. А где, собственно, свой движок с ёба функциями? Ах да, своего-то ничего нет. Прилепил на главную бурундука и вуаля. Итак, начало было положено. Крич переехал на платный хостинг с лимитированным трафиком. После этого Крич начал массовый пиар везде. Пиар вышел знатный. Как видите, и это еще только часть списка. Народ, конечно, валом не повалил, но иногда количество онлайнов доходило и до 30. Крич запилил статистику радара, ибо модные на Апачане есть. Понятное дело, что такой наглый пиар привлек карателей параши, неподготовленные к такому, Крич с бордой отвалились. Зайти туда потом было нереально. Мы видели только логотип, извещавший нас о том, что у школьника, который разместил у них сайт, явные проблемы с трафиком, и надо бы задонатить парочку органов на продажу. А то долг миллионный растет. Ну, пришлось Кричу хостинг сменить на более кошерный. Сменив хостинг, Крич обменялся баннерами с apachan.ru, exachan'ом и Fubara. Затем он скопипастил код рандомов. Набрал опять же этих рандомов в количестве 9 штук. Рандомы, ясное дело, с apachan.net и ру. И снова начал пиариться на Апачане, пытаясь урвать свою часть успешных сварщиков. В результате успешные сварщики пришли, насрали и ушли, а Крича за назойливый пиар не взлюбили и решили проучить. Тредов с призывами досить наплодили авердахуя, от самого Пачина заканчивая всеми ксачанами вместе с Сосачем. Несмотря на все потуги и суперсовременную досилку от мразиша Пача, как будто своих нету, доскричина никаких результатов не принес. 1-2 часа падения не считаются, только тредами все засрали к хуям. На том Апачи, собственно, и успокоились. В разделе также имеется посвященный войне один единственный и последний выпуск Крича новостей, сделанный Кондратием Мухожопом Безумным, который в свое время развлекался запиливанием подобных вещей на Эксачане и преследованием куклоебов и дисуфага в частности. Сейчас данный господин занимается сочинениями подобных кратких эссе, оставив охоту за куклами, которые, по его словам, окончательно скатились в УГ и перестали доставлять лузлы. Сейчас Кричан представляет из себя стандартную ксабу с тремя разделами. Раздел «Бред» засран чуть менее чем полностью на 13 страниц с колобками. Куйцами и ракодилом. Единственный гет. 1000 достался Апачану. Посещаемость. После засирания бреда она с 30 упала до форель-верзина. Стили. Стандартные. 5 штук. Имеется 30 трал-смайлов. Больше технических фишек нету. Крич, пытаясь чего-то прикрутить, сломал один раз постинг. И без помощи X-LED и так и не смог его подчинить, а после помощи должно быть зарекся трогать чего-либо. Кроме логотипа, который он сменил. Альза,
не взлетит. Далее новый имиджборд. Фубара. Даже не ясно, с чего и начать. В прошлый то раз нам сказать было особо-то нечего по поводу этой борда на Иксабе, кроме того, что она каким-то образом попала на список в Лурку. Да и отметит тот факт, что это одна из немногих борд на Иксабе над оболочкой, которой хорошо поработали дизайнеры-стилисты. Хотя Артём Лебедев в гробу все равно переворачивается. Ну так вот, заходя через месяц с лишним, что мы видим? Во-первых, борда пробовала пиариться, хоть и неудачно. Более того, пиар обернулся эпик фейлом, ибо на рассылку по бордам тредов с фотошопленной газетой, на которой сообщалось, что человек ступил на ёбаную луну. И ссылкой на борду за пиар то считать стыдно, учитывая ленивость сегодняшних анонов. Даже, заметьте, запрувленная новость на один чане не помогла внезапно подлететь борде вверх. Да. Чуть более 300 комментов в бреде, 4 страницы и чуть менее 40 тредов. Из тредов. Шизик. Официальный трейд беженцев с Апачина. Туда же обратно и вернувшихся, лол. Вас добавили в список борд, включающий еще 9000 мертвых пиратов и одного слона. Демотиваторы, это бла-бла-бла. Посетите демотивацию.биз, альтернатива Апачу без Путина и жидов. Казахстан. Прыщи, бляди. Ну и все в таком же духе. Продолжать. Теперь небольшой технический смотр. Итак, что бы хотелось отметить, приблизительно неделю назад, когда пиар-акция была еще в разгаре на борде, внезапно изменили дефолтный стиль в теплых тонах на какую-то унылую серость а-ля 2ч-фотон. Или типа того. Конечно, после ряда замечаний дефолтный стиль вернули. И сейчас до сих пор не ясно, зачем нужно было вообще чего-то менять. Второй момент, который сразу же бросается в глаза, отсутствие в однопотоке списка разделов. Вот это очень неудобно. Третий момент, желательно убрать синюю обводку вокруг букв в том же хедере. Это тоже не очень-то удобно выглядит. Для полного звездеца не хватало только какого-нибудь вырви глазного шрифта. Ну и четвертый момент. Кто-то особо одаренный назвал /b/раздел t.php. Это вообще пушка. Переименуйте, пожалуйста, обратно. Пятый момент. Есть радар, точка, зато нету индикатора подгрузки последнего поста. На этом все. Можно было бы написать какой-нибудь вывод насчет малого количества онлайнов или о том, что ставить радар на Иксабу – очень большое зло, потому что зайдет человек, увидит что. Нету нихуя с кем поболтать и уйдет опять на сосач. Но… Да к черту выводы, что можно требовать от мелкоборды. Мелкоборда она и есть мелкоборда, тем все и сказано. Далее из Эксеборд. Apachan.ru и его демотиватор Биз. Цитата. Уникальная ситуация. Господа, борда умерла, толком не успев родиться. Apachan.ru. Собственно, как уже и было сказано ранее, очередная попытка запилить свой собственный Apachan без анальной модерасти и Apacha с его командой дебилов, которые аки крутой пики уже. Который месяц падает и все никак не упадет. Ну что тут стоит отметить в первую очередь. Итак, сверху перед вами специально сделанный скриншот главной страницы. Ранее, оформление главной страницы было выдержано в лаконичных чадинер, но белых тонах. Собственно, так же, как и оформление Апачина. То, что вы видите сейчас, это… Блять, у нас даже слов нет, чтобы как-то описать этот гениальный пиздец. Фу.
фон оформления, звездочки, бабочки, облачка, логотип, как цирковая афиша, даже, пожалуй, еще более цветастая. Слоган чуть ниже скопирован полностью с Арсеняча и тоже оформлен в том же стиле, что и логотип. Ниже какая-то порнушка. Админ, к слову, большой поклонник всякой извращенческой порнографии, которой трухика побрезгует, ну или наоборот. Ниже порнухи уже идут баннеры, которым установлена степень прозрачности около 80%. Потому они почти сливаются с общим фоном. Ну ладно, закончили смотр главный. Идем на выбор в какой-либо раздел. Сразу что нам бросается в глаза, это то, что тут используется уже морально устаревшая на данный момент версия движка с некошерной картой ответов. Также это подтверждает уже пофикшенный баг с этими ответами, которые просто залипают на экране. Что по тематике? Ну, мы видим активное использование рандома в каждом втором посте. Что ж, традиции позднего Апачина, того времени, когда он стал зваться быдлычем, абсолютно сохранены. Достаточно взглянуть просто на галерею. Вся тематика, весь бред без преувеличения в этом рандоме. На данный момент рандом-шар используется почти на каждой эксобаборде подобного направления, в то время как на оригинале Апачане этот шар занимает всего 4-е место по использованию. Про треды. Ну, пожалуй, не будем. Треды довольно мусорны по своей сути. Попадается всякая копипаста в перемешку с пикапи-кодом. Также есть версия ракоборды под Android, но ее мы смотреть не будем. Там ничего необычного нет. В принципе, Апачан может и понравиться. Ну и в заключение небольшой совет владельцу по раскрутке. Апач, конечно, запретил пиариться и спамить ссылками, но ведь картинки он не запрещал. Используйте тактику 2Чрунета, он же Чухчан, по вайпу картинками со ссылкой на себя, любимого, и будет вам прирост рака. Демотивация.biz/сравнительный анализ с демотивационь точками. Демотиваторы, альтернатива демотивации Апача без жидов, сменили домен на бис, как бы намекая на то, что это теперь серьезный бизнес, ёптубля. Да. Вообще, буквально сутки-двое назад все выглядело немного по-иному, чем сейчас. Ну и стоп. Как оно вообще выглядит? Давайте посмотрим. Тащим-то, дизайн почти ничем не отличается от дизайна остальных сайтов с демотиваторами, все они сделаны по классической схеме Апача. Для сравнения. Собственно, почти все то же самое, даже кнопки одни и те же. Однако есть отличия. Первое отличие, которое сразу бросается в глаза, это то, что вместо названия просто стоит адрес. Точнее, такого тега в исходном коде вообще нет. Второе, что опять же заметно сразу, это размеры. На первом скрине почти полный размер, то есть, вот она страница вся как есть. Ниже там еще есть 3-4 строки с картинками и футер, аналогичные апачевскому. Все. Еще баннеры. Раньше нужно заметить, баннеры вообще были все абсолютно взяты с футера и ксачина. Сейчас их перелопатили, оставив всего 4 штуки. У Апача же страница демотивации сделана с размахом, она больше и справа заполнена трэш-рекламой почти полностью. Как таковых у Апача баннеров нету, если говорить о пиариборде, а не о рекламных баннерах. Типа Анджелина Джоли усыновила 150-го ребенка по имени Максим Гапополосов. Для одного, одной, не борды в Апача есть скромненькая строчка без всяких картинок,
как и для остальных сателлит-проектов типа. Зацени. Ну о контенте. Собственно, что можно сказать о контенте, когда сам контент на обеих сайтах. Рандомная картиночка в черной рамке с рандомно или более-менее подходящей по смыслу надписью? Да, практически ничего. Ведь картинки они в Сомали картинки различаются только в итермарке. Это разница. Кто-то говорил, что на демотивации точка бис, в отличие от Апачаевской, нет демотиваторов. Брехня. Есть, конечно. Справа сразу дем с звездой Давида и рекламой жидов. Путин. Да, у Апачаев вправду переизбыток говеннейших демотиваторов про Путина и прочие политоты. На обеих сайтах замечены в достатке Ургант, который прославился всего-то одной фразой про нарезку овощей. Пожалуй, в тематике есть отличие, хоть и не такое заметное. У Апача на демотиваторах вместо лаконичной фразы, отражающей суть, пишут чуть ли не целую простыню текста. На мелкодемотивации .biz такого нет. Там напротив картинки лепит одно-два слова, зачастую не подходящих по смыслу, типа лишь бы было что. Ну и у Апача нет радара на блогне. Хе-хе. Что еще можно заметить по демотивации .biz? Внезапно там засветился Линакун. Довольно странно, учитывая его отношение к содвижку и вообще к подобным проектам. А еще внезапно случился вайб демотивации демотиваторами рекламы Линакуна единственной фразой, которой нульчи только и умеют оперировать во всех жизненных ситуациях. Сам Линакун говорит, что это не он, такие дела. MyLittlePony.su. Еще одно творение сумрачного апачанского гения под именем Половинка Кун. Этот гений, должно быть, очень желает стать очень знаменитым, потому что ампует иксачины самой разной направленности на конвейере. Тут вам и полноприводная версия, и частичная, и внедорожная версия про гомиков, и про говно, и про нигр, и про то, как гладить кошку против шерсти. Чего только нету, так это зубов. Ну теперь есть и про пони. Как видите, дизайн за исключением пары деталек ничем не отличается от дизайна того же apachan.ru. Разве что есть сразу надпись «Вход минус» — это на самом деле кнопка, ведущая в однопоток. В разделах довольно-таки пусто, однопоток представляет из себя картинкой дамп. Так же, как и в остальных конвейерных изделиях, тут есть рандом, только тут он заточен под пони. В рандом набраны только основные пони, рандомный апачанский шар. Имеются также смайлы, которые представляют из себя 39 мелконьких отрубленных голов поней. Где еще одна, не уточняется. Что еще можно сказать? Борда пока не выстрелила, а чтобы выстрелила, нужно идти на сосачи говорить в разделе что-то типа «Вот у вас тут моча, а у нас годнота, идите к нам», да и то не факт, что выстрелят. Так как по неборд уже много делалось, в том числе и на Иксаби и на Кусаби, но по нефаге тусуются исключительно на сосачи. Нульчане и добрычане с фрипортом идти куда-то не хотят, по той простой причине, что их основная пища – толстый троллинг картинками в слеж обычных посетителей и запитывание от них батхертом. А если собрать их в одну кучу, то они умрут от голода. Вот такие дела. Еще чуть об иксачанах. Фричан. На данный момент третий, или четвертый, по успешности чан, сделанный на иксодвижке. Тематика и контингент ничуть не изменились с самого начала. По сути, политика все та же, как и у многих. Запитываться успешными сварщиками от Апачина.
Ранее по дефолту там стоял интересный фон. Однако сейчас его убрали. Впрочем, возможность сделать что-то свое все еще есть. На данный момент находится в состоянии разложения малой степени тяжести. Миничан. Еще одна эксаба не такая, как все. Логотипом служит унылая рожа, что как бы намекает. По оформлению наиболее близко подошла к Апачану. Фаллос и Шахтер? Честно говоря, мало кому придет делать борду. Пусть даже и не клон Двача без какой-либо направленности. Хотя и такое тоже встречается. Создатели этого Чана. Они пошли еще дальше. Сделали Чан в честь Сатисфайера, который выполнен в форме крота. Наверное, чтобы мамка не спалила. Вот что написано на самой глагне. Цитат. Динка Диггер, Сатисфайер выполненный в виде крота. Савш получил огромную популярность благодаря своему названию и малоразвитым ковесам. Кто и когда отыскал это название, неизвестно. Но предположительно все началось с 2007 года. Мы так и не поняли, то ли это такая толстая шутка, то ли действительно их там продают. В любом случае, не надейтесь там заказать этот Satisfyer. В смысле, заказать на этом экс-очане. Собственно, ничего как такового, кроме пары тредов и нескольких картинок, там пока нету. Также, Скаджи, Шатычан, Курилова. Вот эти три не открываются. Впрочем, вряд ли там есть еще что-то интересное. Категория 2. Итак, Теретерич, он же оленячий, он же до недавнего времени, пикоцефальня, на которой пикоцефал писю пососал неоднократно. Вот только теперь есть одно небольшое затруднение, Теретерич больше пикоцефалу не принадлежит, такие дела. Можно было бы сказать, что он ушел на пенсию, но на пенсию в интернетах не уходит. Просто пикоцефал самоустранился, переложив всю ответственность за Теретерич на Спок и просто продав тому борду за 4 кружки. И если это правда, то, пожалуй, он даже продешевил. Неужели Спок увел тогда донаты? Больше. Акт купли-продажи прошел 14 дней назад. 27 марта в одном из прикрепленных самим Пикалом тредов. Где он блядствовал в образе кошастой няшечки. Тут нужно отметить, что как раз в это время Теретерич испытывал не очень-то хорошие времена из-за падения сосача. Почти на 2 страницы он был засран трал-тредами поехавших быдланов с сосача, за которыми Пека вообще не следил абсолютно. Он в это время готовил уроки, а на все просьбы выпилить тралов отвечал отказ. Мотивируя это тем, что посетители наслаждаются свободой слова, сидя по уши в говнотредах. Тут и пришел к власти Спок, правление которого обещало новые реформы и светлое будущее для пикоцефального тирача. Спок и вправду сделал несколько мелких изменений. Например, он наконец-то подчинил Теш, до которого у Пикала руки не доходили, и убрал вордфильтр на слово «ленич», а также выпилил всю мусорные треди С. Тралами говна комиксами ниже уровня МДК. Но в целом все осталось так же хуево. Цитата. Раньше ждали, когда Ниакабака придет из школы и потрет вайп. Теперь ждем возвращения школы Споко, скотины. Традиции незыблемы. К слову о вайпах. Вроде бы ничего не предвещало беды, но, как всегда бывает. Начиная с 7 апреля Теретерич периодически подвергается ковровому вайпу СС с использованием новых технологий. Приходит Спок и сразу все трет, но вайп не заканчивается. Обычно за вайпать успевают сразу. По 2-3 страницы резиновые по сути борды.
Единственный трет, который остается наверху. Кукла-трет с рекламы ЛДЦ, который местные фанатики держат наверху. В момент обзора сбоку пришлось отключить адаптивность копчи, дабы прервать вайб. Да и сам вайб сменился с рекламы Воровача на вайб-гейме с рандомным набором слов и снова рекламы Воровчина. В общем, тиращерам жить стало лучше. Жить стало веселее. Впрочем, числу к 13-му вайб прекратился чуть менее, чем полностью о нем ничего более не напоминает. На 20-е число Деречь продолжает жить своей обычной слово жизнью с 5-ю постоянными маргасами. Закрепленных тредов типа «Я сегодня спок» в пакете нет. Вместо них куклы. Чуть ниже, с переменным успехом, «Отгоняй кукол». Идут танки, благо сейчас есть чего обсудить, так как вышло хуй знает какое по счету обновление быдла танков, в котором представлено еще несколько никогда не существовавших, кроме как на туалетной бумаге, образцов техники «Одинок Дачленда», «Леопард». Маргос замечен не был. Еще ниже есть что-то типа «Йод», «Рисвач», «Дисктоп» и прочая платина. Чуть ниже, тред про то, как какой-то хико вытащил сам себя за волосы на книжную выставку. И после, наделав фоток, начал этим гордиться. И так далее. Папаша хочет отправить мамашу в психушку, а дебилоп смеется и просит еще. Замыкает весь этот парад на нулевой тред поздравлением Маргота Маргосика, который стал еще ближе к смерти, с днем рождения. Двач.чо. Это спакоцефалия была. Как только Пека продал, считайте, подарил. Споку тереть речь эта хуйта ему больше не понадобилась и была выпилена без сохранения баз данных, а домен был объединен с Теречем. Двач.ру. Пихач. Удивительно, что он вообще все еще живой. Учитывая то, что прошлые 8 месяцев для Пихача были полнейшим фейлом как по посещалке, так и по контенту, которого не было. Кроме того, постоянные вайпы вообще отбивали всякую охоту туда заходить. Кроме как просто понаблюдать за содержимым вайпа, кукла. Негра, расчлененка, говно, яйцо. Что же происходит сейчас? В чем отличие? Ну, как было уже сказано выше, Пихач все еще не в дауне и не за вайпа. Вообще, это конечно не значит, что вайпов как таковых не было. Были, и не раз. Весь бред в труху. Но так и потерли. Админ теперь следит за этим делом и неплохо следит, нужно признать. Такое ощущение, что он поменялся. Уж очень мало у него общего с тем похуистом, который подписывался, как за и все пытался доказать нашему покойному ныне инсектофобу, что именно он, Зой, а не инсектофоб. Минус. Специалист по возрождению того самого Двача, после того, как мы в прошлом оставили не очень хороший отзыв об этой борде. Сейчас админ просто подписывается админом, как ему и полагается, без всякой претенциозности и без попыток косплеить Зоя. Это, пожалуй, только на пользу. Говорят, сделана загрузка аудио, но на самом деле такой функции там нет. Также нельзя загружать файлы более 2 мегабайтов. Видео и прочий незаконный материал были загружены аноном на депозит, но сейчас там скачать нельзя. Хуй вам, а не цопи. Хотя вообще, нечего там качать. Там лишь мастер и комп распидорасит. Будете писать потом с микроволновки. Примечание СС. Остальные треты не так примечательны. Почти все не сводится к тексту типа «Охуеть, Пихач живой». И все в подобном духе. Двач рунит.
он же Чулкач, он же Сосач номер 24. Честно говоря, делая в прошлый раз заметку, первый взгляд на два Чрунет мы даже подумать не могли, насколько проблемы этой КХМ борды актуальна. Вообще, казалось, что всем похуй, но заметка вызвала довольно-таки неслабый резонанс в обществе и недовольство администрации этого сайтика двоща, которые так и не смогли опровергнуть даже честь приведенных фактов и замечаний. Вместо этого они решили тупо воевать собака на гибат, тем самым показав свой уровень развития интеллекта, достойный в лучшем случае школьников. С того времени резонанс вокруг Двачрунет немного поутих, так как мнение о нем уже было составлено, причем не самое положительное. Доказательством этого может служить то, что все новости на один чане, посвященные фейлам Двачрунет, неистово плюсовались. Будь то барбекю админа от заметки или же исключение Двачрунет из чинстатов с пакетсфауэр. Также два Чрунет вайпали, новость затруплена, все смеются, свои же копчи с ссылками на воровчан. Сам два Чрунет в свою очередь вайпал и ебал. Короче, за месяц два Чрунет неплохо так повеселился. Также там добавилось как минимум три раздела. Политика, адрес раздела естественно такой же, как и у Сосача. Явно учитывается желание угодить притащенному с Сосача же контингенту. На самом верху висит трет усатого тирана Сталина, чуть ниже треды про Карель Березовского. Раздел, в отличие от Сосача, спросом не пользуется. Программирование. Всего два страницы, посвящены быдло кодингу на пихапе, питоне, перле и прочих недоязыках. В проектах собственная педаль и вайпалка, нерабочая чуть менее чем полностью. Пидорасню, этим все сказано. Один страница, присутствуют малолетние раздетые до пояса мальчики, обнимающие кошек. Вообще, тематика, как и на многих подобных чинах, скорее мертва, чем жива. Основный источник срачей является бред-раздел. Еще раз о модерасте. Заходим в соответствующий тред. Вроде бы без комментариев, пасть что угодно. Нургалиев разрешил. Однако чуть ниже. Тут мы видим классический пример взаимоисключающих параграфов на бордах, когда можно все, но внезапно все нельзя. Так можно или нет? Истина, как всегда, где-то рядом. Также я и там как-то стабильно было плюс 200 плюсов в сутки. Сейчас, внезапно там кроме нулевой больше страниц нету. В основном постят только аниме трапов, а такая классика, как Боку на печени раскрыта, такие. Вот дело. В бреде всего 9 страниц и 166 постов. 100 кагет вообще быстро набили. Батил Грит молодца. Одолжены у Трента боты из фрипорта хорошо поработали. Сверху кукла Трент, ниже еще несколько. Хитрые блины присутствуют. Обнинский Катько Йоп, взрывающий дома. На Сосачи все уже привыкли к нему. Решил теперь там все засрать йодами. Трапы. В отличие от тематики, реальные. Выживая часа. Флафи. Уже восьмой по счету. Тут конкретно те же самые пони, только толстые, пушистые, педерастичные. На харкаче труд, оставлю здесь. Трет провольного и какой-то аудиофайл, который нельзя прослушать. Анонимность не забывает. Он залил файл на редхост, но и там доступ к файлу запрещен. Так то. Ну и так далее. Всего 9 страниц смотреть смысла не имеет. А более 9 страниц там и нету. Вот на те треды, которые смыло, было бы интересно взглянуть. А так,
можно сделать вывод? Нет, конечно, это не Дач, который умер. Более всего это походит на не совсем удачный косплей педального Тирачева. Мы пытались опросить других обзорщиков об отношении к Двачеру нету. Однако к нему никто никак не относится. Ёб-обзорщик Заяц составил такой отзыв о сайте. Цитата. Да что? Зашел туда недавно, создал Заяц ответ с ссылкой на Зайча. А его потерли через 3 минуты. Моча. Но как мне говорили, там цепи трейдов в банк лимит уходили. Все. Иначе.орг. Иначе в прошлом месяце так и доигрался. Попал в говно-реестр сайтов, которые нужно залочить из-за неправомерной информации. Тогда он еще был засран, и понять причину, по которой его внесли в этот реестр. Но скорее всего за ЦП, так как пихнуть под сажей ЦП в кучу мусора с шизиком было как 2 пальца. Ну вы поняли. Мы тогда еще выразили сомнение, что администрация иначе как-то отреагирует на это печальное событие. Но так и они отреагировали. Иначе, как ни странно, не залочены на него, вполне можно зайти и посрать без всяких костылей. Бред сейчас засран уже не так хардкорно, как раньше. Местные проводят алолы расследования по поводу подсирающей макаки. Остальные же просто считают, что шизик и форс, шизик и с комбайнами уже не торт. Вот. И весь секрет. В бреде замечено очень много зайца-тредов. На других бордах тредов этого обзорщика не так уж много, обычно по одному треду. Эти треды есть даже на третьей, а по счету, четвертой странице. Также имеются треды хейтеров, которые делают кривые мат-скильзы на тему зайца и апельсинового сока. Хаем. Что можно сказать по тематике? Она в отличие от бред не так реактивна, как собственной редакции, которая по ощущениям разбежалась. Специально для тех, кто ни разу не видел ни одного их выпуска, мы заливаем на Рокфест один из них. Мы бы залили прямо сюда, благо плагины позволяют, но тут есть сраные ограничения, так что этот файл слишком большой, чтобы его залить. Второй бред, про какие-то кроссовки. Ёбаный стыд. Также обсуждают с Каирем. Главная страница не обновлялась еще с прошлого раза. Кнопочки типа Паши и еще некоторые все так же никуда не ведут. Но зато есть самая главная новость. Спок запилил на чинстаты Иначе.орг, использовав как иконку рожу синего шизика. Правда, как только об этом написали на один чане, Спок Иначе с чинстатов выбросил. А вместо него сейчас стоит Магач. Тащим-то тема Иначе здесь не очень-то и раскрыта. Но щиты поделать. Время поджимает. А еще столько нужно успеть. Впрочем, если мы чего и пропустим, то обязательно вернемся к этим моментам в ближайшее время. Фрипорт 7. Цитата Тащем-то. Как вы все знаете, основатель Зерочина, Мику Цефал, давно уже начал играть роль Ефт. Сначала он просто не появлялся в конференции, затем начал просто игнорировать всех. Даже из друзьяшек. И к чему это я? Да. Дело в том, что домен регистрировал он. И отдавать его он не намерен. Так то, через 2 месяца и 10 дней домен отберут. Надеемся, что Микки одумается и отдаст домен. Как видите, Зерочану уже недолго осталось. Эта новость была запущена в личном ёба-блоге Лины еще 1 марта месяца, то есть до конца Зерочаника осталось чуть менее 20 дней. Так что там сейчас полнейшая уныние и безысходность. Впрочем, административному составу Зерочина еще есть чем заняться и без борды.
Например, управлять еще одной копией Нульчина. Цитата: я, совместно с Пидором по имени Максим, предоставляю вам новую замену Нульчину. Тут вас ждет то же самое, что и на оригинале, кроме вейпов, говна копчи и все. В общем, добро пожаловать, ироды. Да, а ведь стоит заметить, что Зирычан так хорошо начинался и загнулся как бомж, ага. А что собственно насчет Лины? Мы написали о нем заголовки, да? Итак, как можно судить по сообщениям Одинчина, сейчас идет довольно-таки активная кампания по уничтожению Лины, Линавы и всех его поделок. Борды кладутся и встают, а Лина ходит по улице и даже и не подозревает о том, что его задницу пытаются воевать. Цитата: оказывается, нас сегодня тасили полдня, а я в это время спокойно гулял с друзишками и не знал. Забавно, эс. Также Лина начал гамазить в новый пяшок, который зацепил немало людей, даже Лалила Вера стеречь и прочь. Так что Лина обязан теперь записать полный турубе обзор на биошочек Инфинити. Так как коротенькая заметка в блоге просто никуда не годится. Хуиты 100%, как сказал бы Намат, ведь тема совсем не раскрыта. По поводу того, что Лину продолжают воевать, нагибать, мы бы сделали обзор хотя бы на тот же Илгрычан, или Нульчан рулит, именующийся присосачем по аналогии с Чулкачем, но он лежит. Война продолжается, а Лина пьет ягу в подъезда и играет в бяшок. Вот такая малофия. 2.хэка. Ну, с чего бы тут можно было начать? Вообще, это не бардососач, она сама по себе не нуждается в каких-либо обзорах, про нее и так всем и все известно. 1.3 Одинчина забита псевдоновостями и не очень про сосач, абу, мочу и прочую хрень. Мы вообще до недавнего времени не писали про сосач как таковой, кроме каких-либо эпичных случаев. Теперь начали писать, и то только потому, что нас попросили об этом. Да еще потому, что Бунбунмару. Официальный печатный орган 2.4 юмор окончательно и больше не занимается обзорами на все эти дела. Итак, начнем по хронологии. С самого эпичненького события, которое произошло еще в марте месяца с 22 по 25 число. А произошло вот что. Цитата: бу. 2.4 закрываются на профилактику и восстановление бэкапов на пару дней. Приятных выходных. Причиной падения сосача в выходные проходные стал погоревший контроллер жесткого диска в том месте, где сосач находился. Как потом оказалось, случился вообще кромешный пипец. Цитата: макаки Лизвебы вначале сообщили, что ошибка в рейд-контроллере и, возможно, придется его заменить, потому что ошибку показывали оба рейда на сервере, как основной, так и бэкапной. Потом сказали, что замене подлежат два SAS-300 гигабит диска в ПШНЭ, если не ошибаюсь. В итоге, когда они наконец протрезвели, то объявили, что надо заменить все 4 диска в рейде. Причем не объясняя, что именно навернулось в кардах. С учетом того, что первоначально система сбоила на обоих рейдах, решили, что лучше подстраховаться и сбросить бэкапы на резервный сервер. Все выходные смешные картинки объемом где-то в 1.5 терабайта кочевали с сервера на сервер и обратно. Еще ночь заняла настройка операционки и сутки отладка багов. Оперативно справиться с этим не смогли, потому случился очень большой разлив сосачеров, который в свою очередь вызвал ряд падений борт, за исключением Добрычина, который по-хитрому огородился с помощью купов.
куда же было податься со Сатчером в такой обстановке? Многие обратили внимание на зарубежный раздел Слеж Форчина и Краучина. Нам удалось проследить за большей частью сосачеров, перекатившихся в Слеж Форчина. Было создано около 3-5 русских тредов одновременно, и пока местные мелкопосетители СНГ и ближнего зарубежья тихонько охуевали от происходящего, был развернут широкий плацдарм обсуждений. Нехорошие рюки с руны, можно сказать, вышли на оперативный простор Форчина. Ну конечно, как же можно было пройти мимо такой садомии? Совершенно верно, никак нельзя. Сосач лежит, а Бу соснул в кои-то веке, а мы пройти мимо? Да ну нах. Вышло даже немного поучаствовать в обсуждениях. Стоит отметить тот факт, что южнолавянские пользователи в лице Словака Мирослава и парочки сербов обрадовались появлению русских. Потому конкретно. Этот тред превратился в чат между славянами. С другой стороны, тут же объявился вахтер под флагом Бульбарашки, который начал изливать свой багет знатный в тред и начал угрожать привлечением яниторов ему так к процессу вычищения противных русских варваров, которые засрали его родной белорусский Форчин. Поначалу чувака тонко провоцировали, на тему того, что он такой славянофоб, сам является славянином по сути, однако тот синдром элитки. Отвечал на инглище, что он не такой. Ясность в дискасс ввели завсегдатай Слеша, заявив, что это вовсе никакой не белорус, а просто местный анальный клоун, на которого не стоит и обращать внимание. После чего все попытки троллинга с его стороны были зафейлены. Постпинный слеж раздела сосачеры перетекли в тематику. В общем, не скучно так проели выходные. Похожая же история случилась и на Краучане. Правда, там за разжигание славянофобства пиздюлили банхаммером вовсе не сосачеров, а того, кто разжигал. Цитата американского Бернда забанили за попытку противостоять наплыву мочи. Причина бана Крауча. Русская борда. Конец Слеша, которого мы знали и любили, близок. Вот такие пироги. Ну а 25 числа все вернулись на сосач. Собственно, там после этого мало чего было запоминающегося. Треды, модерасти. Все как обычно. Единственный тред, который более-менее запомнился, это тред одного куна Свакачина, который решил записать свой секс с трапом. Затем выложил его на Рэдхост и начал гордиться этим, попутно пиаря себя везде, где только можно, в том числе и на сосаче. Тред вышел как-то не особо популярным. Почему-то Аноном Хики не так сильно разорвало Бадхертом от того, что вот они ебутся, а ты нет. Файл скачала всего-то 539 раз. Вот такая вот статистика. Сосачера не интересуется Иблёй в 539 раз, чем интересуется Иваном Ургантом и врывами в Бастоне, для которых они даже специально запилили паблик в Дурве. Также замечено активное обсуждение на тему антирусских настроений на параллельном раковнике, форчане с краучаном в связи с этими взрывами в Бастоне. Однако сейчас осачеры могут не бояться за свои пердаки в случае быстрой эвакуации на форчан. Там уже выяснили, что чехи не имеют отношения к русским, а сами русские вовсе не такие уж террористы. Ну что еще можно добавить? Макака знатно отпраздновала день космонавта, оформив сосач опять в уровне класс. Поставив туда еще гифку с нянчатси, хвост которого продолжал болтаться после того, как он достигал правого края экрана.
Амадерасти можно сказать лишь то, что всегда моча есть моча. Зайца забанили пермобаном. Так что не пытайтесь теперь написать тред со словом «заяц минус забанит нахуй». Иногда случаются вайпы. Впрочем, с такой Амадерасти они не представляют теперь уже из себя того шоу, которое бывает на нульчане и потрут их очень быстро. Также от банов пострадали фаги, розенфаги, панифаги и прочее. /VG/ случилась веселая история с новым биошоком, за которым фанатеет Лина. Треды с биошоком потерли к хуям. Новый движок Макаба также продолжает проходить испытания. На один чане висит таги «Новость об увлекательной экскурсии по админке». Рубрика «Новый имиджборд». Вконтактоборды под названием «Стенач». «Стенач» — неанонимный имиджборд на движке ВК. Первый смотр. Член хакерской группировки Куликуи открыл имиджборд. Новый ресурс, который оценил даже сам Евгений Вольнов. Не знаешь, чем заняться? Не хватает интересного общения? Хочется найти что-то новенькое и необычное? Заходи на «Для полного счастья нам не хватает именно тебя». Итак, немного истории. Как вы знаете, король Випиана за раз всегда хотел себе идеальную борду, где ему бы поклонялись. Он хотел ее даже тогда, когда это еще не было мейнстримом, а когда X-лето выложил. Вижу, кто король захотел еще больше. И он запилил X-борду с рукачен, попутно запилив паблик в ВК и чат с рукачет. С того момента, как мы делали обзор у короля, закончились ресурсы, и он с рукачен закрыл, но от бардомании величия так и не избавился. Ему нужен был принципиально новый проект, чтобы пипл ховал. А что пипл ховает сейчас? Всяческие социалочки и сосачи. Так было решено сделать неанонимную борду на движе в Дурова с оформлением Дурова. Так и появился Стенач. И вот как это выглядит. Суть очень проста. Есть ограниченное количество стенок. Это типа разделы. Вы их видите на самом верху. Там еще есть подразделы. Это якобы тематика. Ну и вот, якобы в том же духе. Каждый подраздел представляет из себя чистую стену, такую же, как ВКонтакте. Пользователи ВК, заходя на Стенач, могут на этой стенке разделе что-то запостить как на стену. Это и будет тред. А в треде — комменты. Собственно, так же, как и комменты на самой обычной стене ВКонтакта. Оформление полностью ВКонтактное. Интерфейс очень простой, если даже не сказать более, для быдла. Можно крепить пикчи, но ахтунг. Никакой анонимности. Можно срать с фейков цепэшными картинками, но их выпилят. Говно, негры и расчлененка, по желанию модераториала. Глава Стенача, король вседержавный свет Випиана за раз, также известен как Сергей Вязовый. Впрочем, он не скрывает теса, тролль, лжец и матерый бака. Он же по совместительству админ и быдлокодер. Любит отвечать на вопросы и упарывать по невещества. Что можно сказать по содержанию? Содержание всегда соответствует тематике, будь то аниме, фильмы, наркотики или китайский язык. Везде, куда можно зайти, можно встретить тематические треды. Постинг нельзя сказать, что опутанный, но тем не менее он есть. Конечно, тут стоит учитывать различия с имиджбордами, где что ни секунда, так пост. Отношение к Стеначу в сфере борд неоднозначное. Кто-то одобряет, кто-то наоборот считает, что зависимость от ВКонтакта не нужна. Стенач пиарился с привлечением разных знаменитых людей.
Сначала первый пиар состоялся на Одинчане, но там как-то не особо одобрили, посчитав, что это муза. Вторая волна пиара прошла уже в Дурове с привлечением господина Вольного. Вольнов сделал краткую ссылку и описание, а на следующий день внезапно умер. Шокирующие известия произошли сегодня в городе Москва. Сегодня на улице Пушкина в доме Колотушкина был обнаружен труп 25-летнего гражданина Уругвая Евгения В. По факту убийства возбуждено уголовное дело. На месте происшествия были обнаружены баночка из-под майонеза с остатками желтого вещества, принадлежавшие некому криминальному авторитету Нариману.Н по кличке Абу. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 1 статья 105 УК РФ «Убийство». Друзья Евгения отзываются о нем, как об отзывчивом товарище, а коллеги называют настоящим мастером своего дела и говорят, что это невосполнимая утрата. Как бы то ни было, Вольного выпилили, но спустя какое-то время запилили обратно. Вторым, кто согласился сделать пиар Стенача, был господин Хованский, известный своими обзорами игр. Короче говоря, Хованский затрубил, и его даже не выпилили. Вот такие дела. Ну что тут еще можно сказать? Можно было бы поговорить еще о тематике, отметить валидность, вытриться не нужно, и прочие аспекты, но на данный момент пока достаточно. Первый смотр закончен. Суть и тема раскрыты. А чего еще нужно? Впрочем, возможно, мы еще вернемся к этой теме в следующих выпусках. Нульчан. Итак, чем вообще смог отличиться Нульчан вообще за месяц? Ну, для начала Нульчан успел попасть в реестр запрещенных сайтов, и из-за этого Ростелеком мгновенно поставил простенькую заглушку, которую было легко обойти, вписав файл с своей пекарни айпишник Нульчана. Заяц, как коренной житель Нульча, даже написал об этом горестную заметку и разослал по бордам креда об этом печальном событии. Перед этим была эпичная шутка от Евгея, который сделал пустую страничку S. С несколькими текстовыми полями назвал все это «Нульчан набирает мудеров». Можно было написать туда что-то типа «Ив». «Я хочу модерировать». Тут название доски, потому что причины, и можно было нажать кнопку «Отправить», после чего все обнулялось. Вообще-то ИФК реально нужно было бы набрать парочку анальных ботов-мудеров просто за тем, чтобы они терли вайпы одного админа, чтобы поднимал борду каждый час. Другое дело, что тогда Нульчан был бы уже не торт. Итак, Нульчан внесли в реестр, вынесли обратно и снова внесли, и все заверте. На Одинчане полно всяких одобренных новостей про Нульчана. Про то, как его вайпают, как он упал, про то, как Евг сделал ультракопчу против вайпов, а она не оправдала ожидания, и все в таком же духе. Достаточно открыть раздел /news/Одинчана, чтобы увидеть очередной отчет о том, что Нульч все не встает http://nulchan.hk/. В связи с этим довольно затруднительно делать какой-либо обзор тематики тредов на Нульчане, так как сейчас можно только посмотреть набор тредов за 26 марта, которые не отличаются особой гениальностью. Но в принципе, за Нульчаном хорошо следит Заяц, потому чтобы узнать что-то про треды, можно посмотреть его обзор от 21 апреля. И в завершении этого выпуска поговорим немного об русскоязычном сегменте Ютуба, а конкретно об обзорщиках. Ситуация сложилась таковым образом, что обзорщики делятся бордовых.
это Ханюфаг. С тех пор, как Ханюфага удалили из Ютуба, на него начали сыпаться всякие приятности типа бесед с вспышниками от ситки на сутки в пушке, командная замаскированного пункта, за провокационные высказывания в адрес Путина. К счастью, вроде бы все обошлось, и его даже выпустили. Так что внезапно постаревший и облысевший вмиг Ханю после некоторого перерыва решил внезапно вернуться обратно в обзорщики нашей никчемной жизни и завел себе новый канал на трубе со старым именем. На его канале теперь есть частично старые, частично новые видео. Вот, например, видео про его любимого одинокого уже давно устарело. Зато есть ниже видео про то, как его ебут палкой в жопу, про то, как его ебашат шлангом по жопе. Есть еще глубокая аналитика в стиле Ивана Мусипроевк, на самом деле там безумная сказка, обзор старого дома и муслимов. Зато нет обзора с участием Рыжей Тни, Илюши Стольгиченко и бытового тостера. Также нету того обзора с наркотиками и высказывания про Путина. Единственный минус – использование нового говна дизайна Ютуба. А еще Ханя уже давно завел Сритер, при этом забив на свое ЖЖ. Также Ханю поддерживает контакт с Зайцем, с которым иногда любит поболтать в шкупе по вечерам за баночкой пива. А не то, о чем вы подумали. Пошляки. И оба обзорщик Заяц и его Зайчан.рф. Заяц не так давно зависал в покере, после чего проиграл все свое имущество и себя самого Башару Асаду и довольно долго не выходил на связь. Но все же на связь в конце марта месяца, после чего стал регулярно обновлять свой блог ежедневным бредом типа воспоминания помидорки. Правда, помидорки все не органичилось. Были еще заметки про нульчан, про Жулберея, который женился на дворовой собаке, про пожар в Грозном и так далее. Затем Заяц с радостью сообщил, что в его жизни наступили перемены, и он купил еще одну камеру и начинает снова снимать. Так появились обзоры церкви, психушки и еще чего-то там. Параллельно с этим была выпилена прикрученная к блогу Ленаба, стилизованная под Зирачан. Самый последний видос, вновь обзор борды, Нульчина. Его вы видите у нас вверху в заметке о Нульчане. Сам Заяц заявил, что он вернулся Аки Терминатор, чтобы снова делать обзоры на борды и рвать жопы всем и вся. Что ж, пожелаем ему удачи в этом нелегком деле. И второй сегмент обзорщиков — это не бордовые. Мэддисон. Совсем уже скатился в... Вообще скатился. Последний обзор на мод к Тасане Андреас под названием «Криминальная Раиса» лежит на его канале уже 2 месяца. Пока что не ясно, в чем проблема. Но, возможно, с большей уверенностью можно предположить, что у Илюши закончился трешак на завтрак, обед и ужин, и он умер с голоду. Альтернативная же версия предполагает то, что Мэддисон на самом деле крупный торговец с нелегальными товарами. Ванамус. Этот умник, которого знают на бордах как графа Драчеронамберу номерашки, продолжает клепать свои обзоры, полные треша и разглядывания текстур под электронным микроскопом. Стоит ли говорить, что при таком отношении даже самая пиздатая текстура расплывется в мыло? Что тащим-то и происходит в каждом его видео. Также на его канале присутствует аналитика Березовского, который умер, обзор на мышку и обзор на то, как Ванамос растет на помойке, собирая 50 тысяч, а сейчас уже 60 тысяч подписчиков. На данный момент самые последние смотры включают в себя обзор Армы 3, обзор Биошока,
хождение по танкам, интервью танка Дрот. Спасибо за внимание. С вами был выпуск Правдорубов. Слушайте нас и до...